Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Должен извиниться, что вот исчез почти на неделю, опять немного отвлекся. Тем не менее, хочу сегодня поделиться одной уже немного запоздалой, но интересной новостью. Хотя, нужно сказать, это новость ожидаемая. Новость от Владислава Жуковского. Что за новость, есть в названии публикации. Он озвучил ее на своем канале на YouTube. Ролик называется, лучше зачитаю. «Единую Россию хотят снять с выборов. На подкуп избирателей бросят 700 миллиардов рублей». И лично я считаю данный ход КПРФ абсолютно верным юридически. Дело в том, что два известных коммуниста, Сергей Обухов и Валерий Рашкин, предъявили иск в Верховный суд Российской Федерации. Иск с требованием снять федеральный список «Единой России» с выборов в Государственную Думу. Снять за подкуп избирателей. И ответственность за этот подкуп они возлагают лично на Владимира Путина. Суть. Все мы знаем, что Путин сейчас в преддверии выборов вдруг решил выделить единовременно пенсионерам по 10 тысяч рублей и силовикам по 15 тысяч рублей. Причем он заявил об этом не где-нибудь, а прямо на предвыборном съезде «Единой России». Вот как Жуковский сказал об этом. Вот сейчас наши с вами товарищи из Москвы, Сергей Павлович Обухов и Валерий Федорович Рашкин, подали иск в Верховный суд Российской Федерации, значит, с требованием снять федеральный список общепартии «Единая Россия» с выборов за то, что на съезде «Единой России» президент России озвучил выплату 10 тысяч рублей пенсионерам, 15 тысяч рублей военным. И это, по большому счету, с моей точки зрения, попытка подкупа избирателей. Вот давайте. Лично я, как уже сказал, считаю данный ход коммунистов очень юридически верным. Я вообще горячий сторонник правовых методов борьбы, и у меня за спиной довольно приличный опыт адвокатской практики. Именно адвокатской практики такого рода. Но и самое главное, адвокатской практики очень интересные. Это практика иголок и правозащитников, получившая очень серьезное международное внимание и очень серьезную международную поддержку. В свое время мое так называемое надвоицкое дело знали все серьезные экологи во всем мире. На конечной заставке будет фильм нашей КТРК «Карелия» 1995 года о начале этого дела, о начале этой моей работы. Но понятно, это начало работы. Понятно, также у этого дела было большое и интересное продолжение. И надеюсь, у нас еще когда-нибудь появится возможность поговорить о нем. Лично я считаю этот опыт правовой, цивилизованной и, самое главное, успешной борьбы очень важным для будущего нашей страны. Точнее, для всех думающих, честных и решительных людей в будущем. Борис Стругацкий, кстати, тоже конспиролог, о чем я, впрочем, тоже уже говорил, сказал однажды в интервью «Новой газете». Конкретно он сказал это в 2006 году. Чтобы изменить общество, надо изменить систему производства. Чтобы изменить суды, надо изменить общество. Это, думаю, очень важно. Это важно в том числе и для дальнейшего продвижения ноосферного мировоззрения, о котором я тоже все больше говорю у нас на каналах. Напоминаю, я уже начал рассказ о том, что такое ноосферное мировоззрение в цикле роликов о моем романе, научно-фантастическом романе «Темное пламя». Ролик об этом будет в подсказке, плейлист «Темное пламя» будет на конечной заставке. Здесь же я хочу сказать, что потенциал судов, если это, конечно, будут нормальные суды, а не политарные, как сейчас, вообще очень и очень сложно переоценить. Американские индейцы сейчас совершенно справедливо называют суды «томагавк белого человека». И, к счастью, в Америке и в Европе это уже действительно так. И это правильно. Люди должны иметь возможность бороться за свои интересы, не жертвуя своими жизнями, да и чужими жизнями тоже. Ну а какой может быть такая борьба? Журналистам КТРК «Карелия» в 1995 году, на мой взгляд, удалось хорошо показать. Правда, в ходе этой борьбы тоже пролилась кровь. Но не по моей вине, а только по вине номенклатуры. О чем, понятно, тоже детально рассказано в фильме. Но в принципе в такой борьбе кровь литься не должна. И думаю, это очень легко понять, если посмотреть указанный фильм. Сказал, журналистам удалось корейского нашего телевидения хорошо это тогда сделать. И хотя прошло вот уже сколько лет, с 95 года, я думаю, фильм актуальность свою не только не утратил, а думаю, его актуальность будет расти. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики.
Какие именно, увидите на конечных заставках.